С октября на улицах Ульяновска стали появляться не совсем обычные баннеры. Вместо привычной рекламы они содержат цитаты из Священного Писания, а также высказывания видных деятелей российской истории и культуры о Боге и вере. Инициатором акции «Вспоминайте наставников ваших и подражайте вере их» стал настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерей Захарий Бобров. Как отмечает священник, идея эта возникла давно. В ее реализации активно помогают прихожане. Изначально этот вопрос мы подняли на собрании приходском, проговорили этот момент, ну а дальше в реализации уже, собственно, как и во всем, участвовала небольшая группа людей. Ну, по сути, мною предлагаемы были тексты, согласовывались с владыко-митрополитом. Эти тексты уже затем накладывались на макеты, которыми занималась прихожанка нашего храма. Отец Захарий охотно делится своими размышлениями о том, для чего необходима установка таких баннеров на центральных улицах города. Нам нужно сделать так, чтобы добродетель постоянно была на виду. Не в плане похвальбы, а в плане назидания. То есть, и это делаться должно не для того, чтобы там ради честолюбия, там, самолюбия или для того, чтобы там хорошо о себе думать, а именно просто как норма жизни. Вот если добродетель войдет в нашу жизнь как норма, тогда придется греху идти. Билборды с цитатами из Священного Писания и высказывания исторических личностей находятся во всех районах города и хорошо видны как водителям, так и пешеходам. Такая визуальная доступность дает возможность жителям города вспомнить о Боге, немного отвлечься от повседневной суеты и задуматься о смысле жизни. Инициатива вызвала разные отклики и споры в социальных сетях, но положительных отзывов было гораздо больше. Совершенно поддерживаю. Такие вещи надо продвигать, таких вещей надо делать больше. Ну и желательно, чтобы они висели на более близком расстоянии. Потому что Священное Писание, оно и наставляет, и научает человека. И поэтому в этом огромная польза, как для души, так и для, собственно, жизни христианской и православной. В конце этого года и в начале следующего будет размещено еще несколько подобных баннеров. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.